Да, Колянович, ага. Ну что? Не, иди нахрен встречи, слушай, тут два варианта. Либо он нас сдаст, либо замочит. Третьего не дано, ты же сам знаешь. Ну, конечно. Нет бабок, нет тачки, все очень просто. Да, да, конечно. Поэтому ждем, что у нас другого варианта. Нет, ждем. Ладненько, слушай. Слушай, у меня Лариса пришла, ладненько, да, давай, на связи, ага. Что случилось? Я сейчас, короче, случайно узнала, что кастинг завтра будет, и один агент из Москвы приезжает. И чё? И мне Лена такая говорит, ты только Марине не говори, её на этот кастинг не позвали, потому что у неё бёдра как футбольные ворота, а там ещё троих позвали, так они капец какие страшные. Чё, ты из-за этого расстроилась, что ли? Так, Дим, а меня на этот кастинг тоже не позвали, меня, ты понимаешь, у меня же параметры идеальные, у меня на коже идеальные, у меня на лице вон ни одного прыща нет, у Ленки на лице пицца Маргарита, так её позвали, а меня нет. Ты из-за этого плакнешь, да? Дим. Чего? Ты скажи мне, но только честно. Может, я чего-то не понимаю? Я красивая? Ну как тебе нравится? Ты у него спросила?